Всех приветствую, ребята. Продолжаем наше прохождение. Итак, черт, я опять здесь. Надо выйти к основным залам и открывать, я так надеюсь, последнюю комнату, которая посерединке находится. Нажимаем здесь на эту замечательную кнопочку. Ах, ну да, наверное, надо будет предварительно тут все расставить. Хотя, погодите, может здесь еще какая-нибудь локация. Так, ага, здесь что-то есть. Снова эти херы сидят здесь. Угу. Здесь дверь. А здесь что? Так, ага, ну это мы знаем, как это работает. И здесь дверь. Очевидно, надо вставлять камни. В предыдущую мы там что-то насобирали. Ну, давайте попробуем. Ибо они нам, похоже, пока особо нигде не нужны. Синим свечением. Ага, достать можно, если что. Хорошо. Ну, наверное, зеленый, не знаю. Ну, там просто другой текст написан, поэтому я предположил, что это может быть зеленый. Тут снова другой текст. Мирным зеленым свечением, но еще одного зеленого камня у меня нету. Так, возможно, тогда я хочу вернуть свои камни назад. Они мне могут пригодиться еще. Попробуем их повставлять в следующей комнате. Глядишь, нам это как-то поможет. Можно проверить, не забыл ли я где-нибудь камни достать. Я надеюсь, что в тумане войны они подсвечиваются. Ну, как будто бы... как будто бы, наверное, все-таки нигде я его никаких камней не забыл. Здесь два. Так, ладно. Ой, ой, очень происходит. Давайте туда. Всей бандой. Мало ли, там придется драться. Тут четыре. Четыре у меня будет. Более что только их и можно сюда вставить. Так, с этим разобрались. Снова вспышки идут. И эта комната открывается. И, видимо, ага, можно нажать на эту, и эти парни оттуда свалят, наверное. Ну, давайте потестим, если что, загрузимся. Что происходит? А, они, да, они хотят драться со мной, ну, неудивительно. Так, ну, я хочу продолжить свои изыскания, чтобы разобраться наверняка в происходящем. Так, секунду. То есть просто так мы не пройдем, очевидно.
Ага, ну есть нога какая-то, можно ее потестить. Так, ну давайте ногу попробуем. Ага. И она закрывает за мной, да? И с ними можно поговорить. Так, ладно, допустим. А если все-таки переключать эту панель, то барьер снимается или как это работает? Сейчас попробуем разобраться. Так, и за спиной у нас тоже закрывается. Тут, и они тут также стоят, ну окей. Я отвергаю свое прошлое, настоящее и будущее. Я забуду свое имя и имена тех, кто вокруг меня. О, великая Решкагаль. Я стану частью твоей загадки. Наполни своим смыслом бессмысленное существование. Я ничто отныне и вовек. Похоже на молитву или на клятву. Высокая вероятность того, что... С нас ее вскоре спросят. Наверное, ее стоит запомнить. На нее вздыхает. Не люблю запоминать всякую чепуху, но чего не сделаешь ради науки. Вечно эти культисты бормочут какую-то ересь. Одни хотят стать саранчой, другие вот вообще ничем. Почему бы этим засранцам не попробовать для разнообразия побыть приличными людьми? Логично. Кто вы такие, что вы здесь делаете? Ага. И они просто исчезают, понятно. Они. Я. Никто. Я. Понятно. Они обрывками эту херню произносят. Что происходит? Угу, видимо, сейчас нужно будет эту молитву произнести у этой статуи. Ну-ка, давайте попробуем. О, командор слез с коня, ничего себе. Голос приходит со всех сторон, звучит совсем рядом и отзывается эхом вдалеке. Осознай себя, стань никем. Клятва Решкагаль, которую мы только что слышали. Я убеждена, что ее надо произнести без запинок на одном дыхании. Голос Нэнио звучит хрипло, как будто принадлежит кому-то другому. А, как там начиналось? Я отвергаю свое прошлое, настоящее и будущее. Эй, ты же не собираешься всерьез приносить этой неведомой гадине какие-то клятвы? Я отвергаю свое прошлое, настоящее и будущее. Голос молчит в ожидании продолжения клятвы. Я забуду свое имя и имена тех, кто вокруг меня. На нее сотрясает крупная дрожь. О, великая Аришка. На нее умолкает и отворачивается. Это глупо, это не научно, я так не могу. Я отказываюсь это произносить. Наполни своим смыслом бессмысленное существование. Клятва есть стремление, облаченное в слова клятва, начало пути и его цель. Не имеющий цели мог обрести ее, но предпочел оставаться в неведении. Да, я зафейлил клятву. Давайте еще раз попробуем, что я же до этого тут все хорошо выполнял. Не будем изменять своему принципу. Так, еще раз попробуем.
Так, ну давайте попробуем вот это. Я ничто отныне и вовек. Да, блин. Так, попробуем. Я стану частью твоей загадки. Да, блин, да серьезно. Так, предпоследнее это было наполни смыслом бессмысленное существование. Наполни своим смыслом бессмысленное существование. И теперь я ничто отныне и вовек. Слова сказаны и услышаны, но следует ли за ними смысл? Но следует ли за словами мысль? Наполнены ли они смыслом? Или цена им ничто? И мало слов, теперь она хочет, чтобы ты еще и поверил в эту билиберду. Если бы не тайна мироздания, я бы просто развернулась и ушла отсюда. Так, постараться понять священный смысл нечестивой клятвы. Клятва есть стремление, облаченное в слова. Клятва – начало пути и его цель. Имеющий стремление, да пройдет путь до конца. Ладно. Справились. Так, меня на коня хоть посадили? Нет, конечно. А, все-таки посадили, спасибо. Блин, вот бы сделали фикс такой, где, когда вступаешь в диалог, командор слезает с коня. Было бы очень удобно. Потому что сам я это делать ни в коем случае не буду. И буду стоять, заходить в персонажа там, в текстурами. Оу, это мы где? А, оу. Я понял. Ага, теперь надо с этими попиздиться. Ну, давайте. Godspeed. Так, стоп. Ты что, не на коне, что ли? Да, ты не на коне, потому что конь... Потому что конь, да. Блять. Обожаю. Cover me, all right? Хочешь побегать? Хрена себе, что делает, глядите, а? Дыщ. Красиво. Обратно на коня. Кстати, при этом чувствовалось, что мы на коне сидим. Она вот так обведена была. Ну ладно. Микрокосяки как бы допускаю. Окей. Что у нас здесь? Еще один камень. Хорошее дело, хорошее. Забираем. Угу. А где здесь эти умники и умницы? Куда они пропали? Очень интересно. Теперь я, получается, и туда могу зайти? Выходит, что так.
Let us not hesitate. Can we retreat already? Минотавр, командир стражи. Distract them for me. Ну ладно. Time to share your treasures. Cover me, all right? Так, ладненько, я понял намек. Сейчас переобуемся немного. Туда сейчас сходим, но предварительно заглянем сюда. Проверка навыка внимания. Нет, нету здесь. Угу, интересно. Чуть-чуть поторопился, но ничего страшного. Вот это уже страшно. Хотя это культисты-разрушители. Ничего интересного они себе не представляют. Ладно, мне охота загружаться по 10 раз, чтобы первым сходить. Чуть-чуть не добили, а. Cover me, all right? Stab you or zap you? Why not both? А почему он отъехал? Ну ладно, допустим. Do not hold back. Эти все напуганы. The inheritor, guide my blade. Блин, был... Опа. Опа, это что такое? Утягивание ловкости, они мне бахнули. Вот суки. Ну хорошо. Блин, я про эту забыла. Пойдет. Пойдет. Thank you.
ты зараза такая. Все собрали. Это что такое? Проклятая аура. Существа, затронутые этой аурой, получают штраф к спасбросканам, попаданию и урон. Классно. Оу, они все ее получили. Отлично. Кто у меня там минус получил? Это что такое? Алчность. Древние сокровища так и манят вас к себе, и вы не можете устоять. Вот только мудрый ли это выбор? Класс, обожаю. Видимо, не судьба. А, это обычный песок. Тьфу-то, блин, а я-то... На сокровищах отслеживается явный отпечаток магии школы иллюзии. Не стоит подходить к ним близко и тем более брать в руки. Блядь, где вы раньше-то были? Нехило вы меня так наебали, конечно. Но вообще, скажу так, я бы, наверное, сейчас сохранился и загрузился сразу же. Хочу кое-что проверить. Это, по-моему, вот здесь. Да, вот здесь. То есть сразу после загадки, что там происходит. Я хочу посмотреть на соседнюю дверь. Можно ли там снова к этим чувакам попасть? Интересно же. Нет, все, тут эта штука исчезает. И в мир замечательных и интересных загадок больше не попасть, окей. Значит, вопросов у меня больше нету. Тогда пойдем дальше с этим проклятием. Обидно, конечно. Надеюсь, оно не роляет там на... сюжетно как-то на все это, потому что... Ну, можно подраться снова, конечно, с этими тварями и просто не подбирать всякие сокровища эти дурацкие. Вот, что у нас тут? Наверное, да, я все-таки так и сделаю. Это... Сейчас поищу сохранение. Если что, переиграю. Итак, в этот раз я никаких сокровищ не брал, но все равно получил этот дебаф с сундучком, но не получил баф с мешочком. Ну, ладно, ничего страшного. Давайте проверим, если мы заглянем в эти горшочки, но ничего брать не будем. Вот горсть песка. Не берем. Угу, не получаем. Вот как раз дебаф, если мы пытаемся там что-то взять.
Да, понятно. Сундучок просто так, а мешочек в подарок, поэтому не допускаем такой ошибки. И не трогаем его. Все просто. Че он там так долго загружает, правда? Не совсем непонятно, но да ладно. Так, опять сабли появились. Там сабли мы не трогаем. Ну вот эту разве что можно обобрать. Да, супер. Так, Нэнио, твой выход. Are we ready to move out? Что-нибудь из этих гадостей хочется поюзать. Давно ничего из этого не делал. Тогда делаем сейчас небольшой ход кунем. Так, вокруг выбранной точки. Давайте. Че, удалось? Нет? Походу, да. Вижу, там кто-то в паутине все-таки. Хорошее дело. А че с силой? Она через паутину не могла прорваться или че? Ого. Блин, вот это неприятные товарищи, конечно. Ох, ёб, ваша мать, сколько вас тут. Так, что происходит? Что там взрывается такое? Мне что-то не нравится ни хрена. Ну, вроде дебафов никаких нету, но я, кстати, забыл забафать силу, потому что у нее рука это больше не работает. А у тебя есть еще? А, ну да, я не могу сейчас ей сходить посмотреть. Do not hold back. Вот так вот. Нет, нету, ну ладно, так что не так уж и много мы потеряли. Не дотянется. Так, как нам лучше сделать? Хотя подождите, почему? Дотянется? Ну то они сейчас тут начнут поливать нас, как не в себя. Ух, потом вся вот эта шелупонь начнет ходить. Ну это жесть, конечно, вообще полная. Ладно, и от этих хотя бы пока отвязались. На том спасибо. Окей, что ты можешь супер гадкого сделать? Здесь, конечно, бы не выебываться и не рисковать всякими вот заклинаниями. Воздействие на разум и страх. У них, наверное, иммунитет ко всему этому. У этих нет. Воздействие на разум и страх. У этих, да. Угу, понятно. Вот здесь бы, конечно, огненный шторм мог как пригодился бы. Да даже вот это бы было бы неплохо, огненное клеймо раздать перед боем. Но я же не знал, что они там стоят. Уж не буду переигрывать, попробую так. Не буду тут сильно выебываться с заклинаниями.
Ну вот, вот этих попытаюсь избавиться в один присест. Чуть-чуть не дотащили. Так бы, конечно, было проще, лучше атаковать конкретно одного. Хотя тоже фиг знает, как бы там это обернулось. Потом вот этот. Потом вон тот ходит. Но от тигра тут много ждать не стоит, конечно. Нам тут вряд ли погода сделает хоть какую-то. До этого мы вообще не добегаем. Ну, можно на всадника понадеяться, что мы тут что-то порешаем. Ого, ничего себе. Давно такого не было. Успел влог посмотреть, что там произошло. Долго в этих писюльках копаться, я так быстрее посмотрю. Нету. Походу... Отрицательных характеристик мне не залетело, что весьма радует, конечно. Так, вот то, что туда они убегают, это мне не очень нравится там. А почему у него не работает? Не действует. Не действует. Действует, не действует. Нет, ну я-то и не против, чтоб не действовало. Так. Воль же в следующий ходит, да. Сила. Кого тут побить-то даже не знаю. Вот этот вообще убежал. Ну да, мы их что-то тут нормально так... О, вот еще один, ничего себе. Вы тут бегаете-то как резво-борзо. Ну, ладно, вам я готов какую-нибудь гадость сделать, потестить, что я там хочу. Блин, вас... я правда действительно боюсь, что я зайду туда, и там еще кто-то будет. Ну там командор, наверное, все-таки один справится. Вдвоем разрулили. Ага, тот уже далеко убежал. Хорошо. О, это уже не сыт со мной драться.
Ага, ну сюда можно забежать, но... Надеюсь, там с этими пацанами драться не надо будет. Ну вот, теперь надо их только всех догнать. И победить. Бедняга в угол забился, не знает, куда бежать. Этот тоже еще боится. Ну, рискнем. В догонялки поиграть. Красиво. Ну, ударь его. Ну ладно. Блин, ну хочу ли я за ним носиться столько, а? Скорее как бы нет. Вот и все. Сохранюсь, чтобы тут случайно снова не нахватать на себя всякого. Да ёб твою мать, а! Я все сразу проверю. Блять. Заряды 3. И здесь, да? Классно. Понятно. Ладно, прошлись по всевозможным минам. Но теперь этих ошибок допускать не будем. Так. Вольжев, давай-ка сюда. Might be trap, might be
Maybe trap, maybe treasure. Ну, тогда иди сюда. Угу, открыли. Назад, а то мало ли на меня сейчас там захотят эти статуи напасть. Очевидно, захотят. Я сейчас вот эту кнопочку нажму заветную. А, понятно. Ща все будет. Картинка сложилась. Блять, ёбаная загадка, да чтоб тебя за ногу, а? Господи, да я так и не понял, как она решается, если честно. Поэтому наглейшим образом просто пойду и загуглю ее в очередной раз. Так, нашел. Ну давайте. Наглейше скатываем. Так. Это сюда. Это сюда. Эту оставляем так. Эту вверх. Эту вверх, эту налево, эту прямо-прямо, это сюда, эту туда же, этого. Блин, понять бы, по какому принципу они работают. Сколько вчера не пытался, так и не понял. Блин, не успел сохраниться, ну ладно. Ну. А, точно, я же не могу разбежаться-то на них. А могу вот такое что-нибудь им сделать? Ну, вряд ли, конечно, что-то я там развею на них. В одного попал, типа. Ну-ка, может, я в него смогу разбежаться? А сейчас получилось странно. Ты что делаешь? Висмута моего бьешь? Давай-ка немножко позитивной энергии проведем. Так, и если я нажму на эту замечательную кнопку, то чё, то дверь откроется. Классно. Камни могу забирать? Очевидно, могу. Заберу как-то сразу все.
ничего вы не получите от меня. Так, но при этом пусть все равно работает в эту сторону, раз пока я в этой части работаю. Сохранимся. Я знаю, какой у нас баф, кажется, закончился. По-моему, вот этот героическое воззвание у меня закончилось, нет? У тебя работает, а у остальных где? Или ты только на себя его накладываешь? А хотя нет, все союзники в радиусе 30 футов. А где у других? Не понял, стоп. У тебя есть. У тебя есть. У тебя тоже есть. У тебя пропало. Ну ладно, если есть у половины, уже неплохо. Я готов с этим смириться. Бля. Опять меня с сокровищами наебать хотите, суки. Сохранюсь. Спасибо, спасибо. Спасибо. Огромное, блин, спасибо. Тебя открыть, интересно. Ну, как говорится, есть старый дедовский проверенный метод. Да, блять, куда ты уж... О, господи, да встань ты сюда. Массовая, давайте. Интересно. О, там еще труп один мы не обобрали. Здорово, пацаны. Так, легально-то эту дверь мне как открыть? Что мне для этого сделать надо? Вопрос хороший. Может, не снова камни нужно везде расставить? Ну, попробуем. Зря я, походу, их собирал из ячеек. Окей. Конечно, задолбали уже бумкать эти сокровища дурацкие. А, сорямба. Понятно, звук отыгрывает, но... происходит ничего. Joy our travels.
О, а здесь мы не были. Идем сюда, пацаны. Я нашел, где мы будем сейчас вести бой. Так. Нынё. Иди сюда. Так. Один раунд. Пятюра. Марева. Хуярева. Серьезно? Ни в кого не попали? Осуждаю. Мне жалко один огненный шар. Какого хера? Там же ходили зомбари. Где? Где? Я же это стрелял прямо в них. Почему? Нет предела моему осуждению. Вот. Ах ты, сука. Ладно, окей. Уговорили. На этого не хватило. Говнолучники тут, да? Не страшно. О! Ну даешь. Еще лукари. Лукари. О! Это кому? В кого? Понятно, динозавр залетает. Так, ну, пока все нормально. Вот так я могу. Вау. Так, эту скотинку мы запугали. Чуть-чуть не добили. Без псилы его один раз я бы ударил, он бы сразу отъехал. Чуть-чуть не хватает, обидно. Все воздействие на разум, который на них не действует. I'll remove this obstacle.
А, стоп, действует. Е-е-е, давно хотел. До этого-то не дотянешься. Жаль, однако. Че, может, я на тебе что-то потестить хочу? Да не знаю, что он тебя тестит. Удар не попал в цель. Ну, не попал и не попал. Что теперь бухтеть-то? Кусь. Пол! Доедай. Великая решка Галли, основной частью твоей загадки. Остальная часть надписи на стене стерта временем. Угу. Дайте-ка угадаю, снова здесь ничего трогать нельзя. Понятно. Тогда не трогаем, раз нельзя. А то мало ли. Так, все эти замечательные вещи мы оставляем здесь. Перейдем сюда. Как мне туда-то попасть? Тут дверь мы открыли. Пойду-ка погляжу, что пишут в интернетах. Так, я сильно далеко не стал читать гайд. Посмотрел, что вроде бы про эту дверь нет никаких там комментариев. О, подождите. Вот это интересно. Я опять что-то ебалом прощелкал. Видимо, сейчас, если мы туда зайдем, откроется и эта дверь. Нет, головоломка. Бля. Очевидно, из этого ничего брать нельзя, ну, кроме вот этого. Это мы забираем. Сохраняемся. В очередной раз убеждаемся, что все эти трофеи не по нашу душу. Но я до последнего верю, что все-таки вдруг здесь что-то пригодится. О, это пятнашки, судя по всему. Пятнашки я могу сам решить. Ясно. Окей. Это мы можем.
Окей. Так, ну что, погнали. Пятнашечки. Ух ты, две угадал. Немного я могу первые начинать открывать. Так, теперь в смысле я не понял. Вот, другое дело. I'm trusting you. Кружок до сих пор не нашел. Вот, кружок нашелся. Да бля. Фух. Так, ну, слегка перебором я это сделал. Дальше что? Это не понял мема. В смысле, вы что, хуели, что ли? Бля. Теперь очень хотелось бы не зафрашмачиться на ровном месте. Вкатило. Ну, чисто повезло. Так, ну это я помню, там мопчики дальше будут. Блять.
О, это чемпион. Ничего себе. То есть это не обычная ебака, это усиленная ебака. О, опять эти эти из невидимости тут лезут из всех щелей. Ого, ого. Так, ладненько, я понял, мне дважды повторять не надо. Я чуть-чуть подготовлюсь к этому бою, прям капельку. Я даже не буду этих джинов раздавать. Я так слегка усилю себя прям капельку, чтобы стать ебателем 5000. Кину туда какой-нибудь огненный шар. Даже вот, давайте вот сюда. Все, достаточно. Готово. Угу. Так, окей. Огненное клеймо тоже хочу. Сейчас. Паралич еще хотелось бы попробовать. Там супермассовый есть у меня какой-то. Нашлись все. Да, одному Вольжу здесь было бы трудно разрулить все это. Готов. Все, они тут все перепуганы. Как курицы без башки бегают. Че, вообще никак тебе сюда не подступиться? Еще бы эту штуку вот включить какую-нибудь, вообще бы неплохо получилось. Надо обездвиживание гуманоидов будет следующим ходом сделать, чтобы они от меня не убежали. Заодно я попробую, давно хотел. Ну, залети там какой-нибудь ударчик. Нет. А-а-а.
Шлайф далеко находится, к сожалению. Ой-ой. Походу, в обездвижимании гуманоида уже нет особо смысла. Воздействие на разум. У тебя же невосприимчивость, наверное, да? Угу. Еще посмотрим. Истинные сокровища всегда таятся во тьме. Сохранить, прежде чем брать очередные истинные сокровища. Что это такое? Свиток восстановления высшее. Зелье защиты от кислоты. Ебать, сокровища. Это в Нэнио прилетело. А дебаф она не получает при этом? Ну-ка. Ага, дебаф она не получает, да. Угу. Подождите, а если... Вот так. Ну ладно, раз я с этого никаких вредных эффектов не получаю, я все потрогаю. Тут угадали, например. Ну вот по какому принципу мне их перебирать теперь? Короче, видимо, про храняться во тьме это прям супер буквально. Из-за заряда брать то, что лежит в тени. Угу. Вот тут странно, что... Не дали мне собрать. Ну, вот тут-то понятно, тут около факела лежит, но... Тут не возьмется. Тут возьмется? Тут возьмется. Тут не возьмется. Так, ну что, хорошая серия получилась. На этом предлагаю закончить. Следующая комната в следующей серии. Так что всех благодарю за просмотр и пока-пока.